торговый центр Сан-Жуан. Походу, очень крупный центр, а вон здесь есть все, даже Икея. Да, Икея мы проезжали уже. Посмотрим ассортимент доминиканцев. Посмотрим. Русских здесь много. Да, наверное, больше половины. Ну да. Это их не Ашан, да? Ну, какая-то крупная сетка. Сетка типа Ашана, и все подряд. Одежда, еда, швабры. Какие-то вытянутые, да, вообще непонятные. Да, в России говорят, что это местность, скорее всего, то есть тут это. Паста у нас есть, кстати? Нет. Маленькую возьми какую-нибудь такую. Такие смотрю. Давай сфотографируем. Это, видно, на день рождения покупают, да? Подарок. Как, знаешь, как в Америке большие такие. Розовый для девочек, синий для мальчиков. Что, набрали кофейку? Зубную пасту, шампунь. Надо сказать, что Санто-Доминго кофе не очень, там другого чего-то нет. Не знаю, чего. А здесь пускается Head & Shoulders с шоколадом и орехом. У нас в России нет такого шампуня. Ну, видимо, в зависимости от страны. Ну да. Курсы выбираются. У нас в основном цветочные, такие медовые, чего-то. Ну, видимо, маркетологи так решили. Разгоняемся, разгоняемся.
Красота. Мерседес, как бы не было дождя, да? У нас мы под шторм-то не попадем. Парковка. А если земляная база, где тут будет? Жарко, да? Ты теперь душик такой пошел. Освежающий. Я чувствую, ты где-то, знаешь, в Норвегии, знаешь, там мокрый, просыпаешься, там дождь. Вообще жесть! Красота вообще! Круто, да? Прям больно так бьет. Больно бьет. Там уже нет дождя на улице.
es tu nombre gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Yo sin ti no aguanto más. Por eso vengo a decir todo lo que siento. Estoy sufriendo la soledad. Quiero vivir así.
это то самое место, откуда вышли первые боги. Нарисовано на острове, обитают 30. В это озеро попадает, из этих сталактитов сверху вниз капает постоянно, после сильных дождей сильно капает, почти как дождь. И вода без вкуса, без запаха, ее можно потрогать, она приятно прохладная. Но она нейтральная. Да, в ней можно купаться, ее можно пить, но ее нельзя пить все время, постоянно. Это невозможно. Примерно то же самое, просто я могу объяснить и говорить, но что-то тут есть. Целая толпа игуан. Странно, почему одни в вольере, а другие бродят по территории просто так. Один схватил, tristeza.
Нет, это страшная мамочка. Ветер, огромная волна, все замело песком. Завтра метаем. И вот такая.